20 уголовных дел и больше десятка уничтоженных наркоплантаций. В полиции рассказали об очередном этапе спецоперации «МАК». Все подробности узнаем у начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Ярославской области Марины Кокуевой. Она на прямой связи со студией. Марина, здравствуйте. Вам слово. Маргарита, здравствуйте. В регионе подведены итоги очередного этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «МАК», по результатам которой полицейскими из незаконного оборота изъято более 13 килограмм наркотиков растительного происхождения. В отношении 20 лиц возбуждены уголовные дела, 29 лиц привлечено к административной ответственности. Уничтожено 15 очагов произрастания дикорастущих наркокультур общей площадью порядка около 3400 квадратных метров. В отношении жителей Угличского района, у которого на чердаке частного дома полицейскими было обнаружено и изъято около 2 800 грамм конопли, возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков. Сотрудники полиции продолжают работу по выявлению и пресечению нарушений в сфере оборота наркотических средств. Маргарита. Спасибо.